Всероссийская благотворительная акция «Под флагом добра» только что завершилась в Ледовом дворце «Кристалл» гала-концертом. А чуть раньше команда правительства области скрестила на льду клюшки со столичными звездами, политиками, певцами, актерами и спортсменами. Средства от акции пойдут на лечение тяжело больных детей нашей области. Григорий Вингурт следил за игрой. Знаменитый фигурист Илья Авербух, облачаясь в хоккейные доспехи, и артист-шоумен Пьер Нарцисс из команды гостей подшучивали друг над другом и в раздевалке чуть раньше на пресс-конференции, где супружеская чета Давыдовых пояснила, почему 9 лет назад стали организаторами и вдохновителями гуманной акции. Они помогли сотням больных. Саратовским детям на лечение будет перечислено 1,5 миллиона рублей. Но самое главное, это то, что дети на трибунах, и главное, что собраны средства, которые помогут людям. Самое главное, всем остаться на своих ногах, как говорится, после этого матча. Поздравления от другого заместителя председателя правительства области Михаила Горемыка, ну а комментарии от самого Виктора Гусева. Сегодня здесь впервые в гостях у команды Саратовской области команда «Под флагом добра». В каждой команде по 4 пятерки. Это чиновники, бизнесмены, артисты, телеведущие, ветераны хоккея. В четвертой – учащиеся хоккейных школ. К этому дню сошлось немало символического. На экраны вышел фильм о легендарном Харламове. Только что президент Российской Федерации предложил любимой игре мальчишек «Золотой шайбе» присвоить имя Анатолия Тарасова. Вы не поверите, ровно 40 лет назад сюда в Саратов на финал «Золотой шайбы» приезжал Анатолий Владимирович Тарасов. И вот на этом месте, как не запомнить, мы наблюдали за игрой. И тогда конструктор нашего хоккея сказал, пока у нас «Золотая шайба», до тех пор мы будем хоккейной державой. И все-таки это был боевой хоккей. Его итог 4-3 в пользу гостей из команды «Флаг добра». Кто-то заметил, что этот матч все-таки договорной, в том смысле, что он пронизан любовью к детям. А школьница Любовь Мельникова на церемонии награждения получила адресный медицинский сертификат. Григорий Вингурт, Евгений Крылов, Кирилл Логинов, «Вести Саратов».